Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины художников Дивкальоне Пиро, Джованни Бенедитто Кастильоне. 1655 год, холст масла 154 на 120. Джованни Бенедитто Кастильоне, итальянский художник, представитель генуэзской школы, один из крупнейших мастеров пасторальной живописи. Природа и животные бесконечно вдохновляли творца. Это сделало их лейтмотивом его работ. Картина на библейские сюжеты является как бы предлогом для анималистических изображений. И тут и там сплетение рогов, перьев и копыт. Бурное движение, яркие блики и интенсивные тени – все указывает на стиль барокко этой живописи. Развивающиеся драпировки, вихрь тел, драматический характер освещения, некоторая театральность сцены, верные ее спутники. Дивкальон, сын Прометея, правитель одного из греческих городов и своего рода Ной в мифологии, по воле Зевса, наславшего потоп. Он с женой Пиры спасся в ковчеге, который построил по указанию Прометея. После бедствия на супругов легла ответственность восстановить человеческий род. Из камней, разбрасываемых Пиррой, появлялись женщины, из камней, разбрасываемых Дивкальоном, мужчины. Именно этот момент и иллюстрирует Джованни Кастильоне. Ну вот такое описание к работе Джованни Бенедитто Кастильоне «Дивкальон и Пиро», 1655 год, холст масла, я нашел в интернете. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.